Ну, наверное, я сама пользуюсь, если это мое предложение. Карта при вас ранее не была утеряна, либо же украдена? Нет, все хорошо. Просто, Елена Анатольевна, наша система зафиксировала вход в ваш личный кабинет из города Хабаровск. Вы Москву покидали? Ну, покидаю иногда. Иногда покидаете. А скажите, пожалуйста, у вас в Хабаровске, возможно, есть родственники, доверенные лица? Хабаровске не было вроде бы. Хорошо. В любом случае буду фиксировать факт мошеннических действий по отношению вашего личного кабинета, а также вашего лицевого счета. Буду приостанавливать их работу до выяснения всех обстоятельств. Данная информация вам понятна? Понятно. Также по регламенту банка требуется пройти процесс верификации, после чего я вас перенаправлю на старшего специалиста, который отменит данный перевод. Данный процесс верификации можно пройти двумя способами. По номеру договора, который вы заключали, получали свой пластиковый продукт, либо же по номеру вашей карты. Также никакой конфиденциальной информации у вас не запрашивают для этого. Как вам будет более удобно? Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Что? Алло. Да, я не разбираюсь в этом. Ну, как вам будет более удобно пройти процесс верификации? По номеру договора банковского обслуживания, либо же по номеру вашей карты? А что такое процесс? Как вы сказали еще раз? Процесс верификации, А да, что это определение такое? личности. То есть наша система должна убедиться, что мы сейчас действительно ведем диалог с нашим клиентом, а не с третьими лицами. Ну вы же мне звоните по телефону, вы же понимаете, кому вы Вы звоните. поймите, что наш клиент мог потерять свой телефон. Так. Сейчас я веду диалог с третьим лицом. С каким третьим лицом? Которое могло завладеть телефоном, который был утерян, возможно. Ну вы же знаете, что сейчас телефоны все заблокированы через отпечатки пальцев. Ну это, наверное, отрезать надо тогда владельцу палец. Еще раз смотрите. Алло. Так, что там еще про третье лицо? Ну, сейчас требуется пройти процесс верификации, Лена Анатольевна. Для того, чтобы мы убедились. Сейчас мы говорим либо же с клиентом, либо А с как мне третьими лицами. убедиться, что я говорю со Сбербанком? Я после процесса верификации вам направлю смс-уведомление от номера 900 с вашим новым паролем от личного кабинета Сбербанк Онлайн. Так, а вы мне можете назвать ваше фамилия, имя, отчество, в каком банке вы работаете, в каком отделении, в каком городе, служба технической безопасности, и, соответственно, чтобы я понимала, что я тоже разговариваю с не третьим лицом. Беляев Анатолий Игоревич. Вы Беляев Анатолий Игоревич? Верно. А в каком банке вы работаете, отделение? Город Москва, Вавилова, 19. Главный офис Сбербанка. Третий корпус, третий этаж. Третий 46 корпус. место. 46 место. Так, отлично. Как мне удостовериться, что вы это вы? Ну, я вам еще раз повторяю, Елена Анатольевна. После процесса верификации вам будет направлено смс-уведомление с номера 900 с вашим новым паролем от вашего личного кабинета Сбербанк Онлайн. То есть официальный номер 900. СМС-уведомление вам придет. Ну, сейчас официальных номеров 900 очень полно, всяких разных. Номер 900 подделать невозможно. Если его Точно? подделывать, если номер 900 будет подделыванный, то, скорее всего, что Ага. через каждую цифру будут ли пробелы, либо же вместо нулей будут буквы О. Так, То есть номер хорошо. 900 Но тогда, невозможно чтобы мне подделать. пройти верификацию, мне надо вначале, чтобы вы выслали с номера 900 какую-то информацию, и потом я буду понимать, что это... А как я буду проходить верификацию, не понимая, мне с номера 900 придет или с пробелами, со звездочками? Я у вас никакой конфиденциальной информации, Елена Анатольевна, не запрашиваю сейчас для процесса верификации. Сейчас также попросим технический отдел направить вам смс-уведомление. Так, По а как... данному А я вам технически... как вы будете Да-да. узнавать, что я третье лицо или Елена Анатольевна? Может быть, вы уже с Федором Петровичем разговариваете, если вы не будете какую-то официальную информацию мне запрашивать. Я вот этого не понимаю. Ну, то есть, смотрите,
Лена Анатольевна. Когда вы приходите в отделение банка, вы предоставляете свои паспортные данные. Они так, являются конфиденциальной информацией. Дистанционно я не имею права их запрашивать по телефону. Так, поэтому было создано абсолютно безопасный процесс верификации. Либо же по номеру договора, либо же по номеру вашей карты. То есть это не является конфиденциальной информацией. Так, и что вы там по номеру карты у меня хотите узнать? Требуется либо же номер вашего договора, либо же номер вашей карты. Номер вашей карты – это 16-значное число с лицевой стороны вашей карты. Никакую конфиденциальную информацию, то есть CVV-код, пин-коды, пароли, мы у вас не запрашиваем. Так. Номер договора не помню, номер карты не помню. У вас карта сейчас не при себе? У меня не при себе, не ношу с собой. Еще раз повторите. Не при себе, с собой не ношу. Вы пользуетесь, я так понимаю, NFC, верно? Бесконтактная оплата. Да. Бесконтактно. А у вас установлено приложение Сбербанк Онлайн на ваш смартфон? Конечно. У вас сейчас есть к нему доступ? Конечно. Хорошо, фиксирую данную информацию, Елена Анатольевна. Я могу с вами связаться по линии WhatsApp, для того, чтобы вы зашли в свой личный кабинет, у вас там будет отображаться номер вашей карты для прохождения верификации. А почему WhatsApp? У нас же номер 900 у вас Сбербанка. Смотрите, Елена Анатольевна, по линии WhatsApp, защищенная линия, точно так же, как мы сейчас с вами связались, защищенной линии. Номер 900 просто служба безопасности не связывается. У нас корпоративные номера. Очень странно, корпоративные номера через линию WhatsApp. И что я там должна в линии WhatsApp сделать? Просто с вами свяжусь по линии WhatsApp, так как у вас, возможно, сейчас, так как мы связались с вами по обычному телефону, у вас может быть мобильный интернет не работает. Так. И вы в свой личный кабинет не сможете зайти. И что? Сейчас требуется пройти процесс верификации. Если у вас карта сейчас не при себе, также номер договора у вас не при себе. В личном кабинете Сбербанк Онлайн у вас будет отображаться номер вашей карты. По нему можно пройти процесс верификации. Ну, вы же, когда в Сбербанке работаете, работали бы, если бы работали, были бы в курсе событий, что сотрудники Сбербанка видят всю внутреннюю составляющую, и говорить номер карточки сотрудникам Сбербанка не нужно, потому что проверяется совсем по-другому верификация. Процесс верификация проходит либо же по номеру договора, либо же по номеру карты. Нет, по номеру определенного кода я несколько раз проходила у Сбербанка. Я понимаю, что это такое. Вы проходили это с горячей линией? Нет, с горячей линией не проходила. Но вы со службой безопасности точно так же не могли пройти. Со службой безопасности тоже. Она так не звонит. Господи, у вас там такая еще шумовая. Сколько у вас там работает вообще людей, которые сразу сейчас звонят людям и говорят, что у них снимают с карточки какие-то деньги? Мне просто так из любопытства уже интересно. Что вам интересно? Ну, сколько там у вас сейчас человек одномоментно звонят и говорят, у кого там снимают денег с карточки? В один момент вы о чем, Лена Анатольевна? Я? Об этом же. Что об этом же? В общем, молодой человек, было интересно с вами поговорить, пока я тут красила лицо, записала вас, наш разговор. Записала. Вы можете просмотреть. Да. Благодарю за такой замечательный диалог, за WhatsApp предложенный и процесс верификации. А куда же вы исчезли? И куда-то он исчез. Вот так, друзья, обманывают граждан, не верьте. Yeah.